Здесь прям на роговице растет. Роговицу ушивать я как бы не. Там вам к офтальмологу, к офтальмхирургу надо будет его вести. Такое я не сделаю. Что у нас там? Я не знаю, где там, может, в Москве вполне есть, но... У нас здесь нет лицелета, есть специалисты. Ну, нет, с такой хирургией, блядь. Ну все, вот эту штучку удалили, все будет хорошо. А вас не все, мы вернулись с операции. Ну все нормально, хороший шовчик. Будем промывать, капать. Капать нам через каждые 2 часа надо. Вот, все, все, давай, сажай пацана. Все, мальчик уже веселый, уже прыгает, уже поел. Да, да. Все, скоро. Смотри, сняли тебя, да? Шовчики сняли, скажи. Все у меня хорошо, еще лечу чуть-чуть. Айриш, ну не дергайся. Какой ты дерганый, да? Какой ты активный, прям гиперактивный. Скажи, мне еще месяц капать глазик и мазать, чтобы рассосалась у меня вот эта вот связочка. Все прекрасно, ты молодец. Давай, малыш, посмотрим. Ну, все отлично просто, все прекрасно. Сейчас мы поговорим о глазах. Давай, малыш. Сейчас мы зайчоночек, подожди. Норма до 24, у нас 13, давление прекрасное.